Здравствуйте, меня зовут Нина Славнова. Ой, я родилась в городе Рошаль, Московской области. Это маленький городок, но очень интересный. Улыбнулись друг друга, и все, это просто прекрасно. Ну, я считаю, это и нежность. Из детства. У нас такое детство было очень интересное. Страсть. Я помню, с одной девочкой дружила. Вот, знаете, придем на танцы, вот как-то вот она не такая вот красивая была, да? Она говорит: так, тебе нравится вот этот парень? Я говорю: нравится. Это мой. А рядом тебе нравится? Я говорю: да. Это будет наше. Ну, у нас, я бы сказала, конечно, свобода всего. Но только у нас нет свободы. Вообще-то я очень стеснительный человек, но когда я играю роль, я тут уже это, никакого стеснения у меня нет. Ха-ха-ха. Я уже ни о чем не мечтаю. Я мечтаю только единственное, что побольше работы. Я так люблю эту работу. Плакала я. И сказала, чтобы я еще завела собаку или кошку ни за что. Такие переживания. Вы знаете, у меня эмоции бьют ключом. Я могу смеяться, я могу заплакать без проблем. Вообще эмоции у меня разные. Могу от страха, не знаю, от страха просто. Ну, еще я все могу. Долго не приглашают, например, да? Неделю, например, не приглашают. Все, я уже звоню, говорю. Все, я говорю, ой. Подруге звоню, это самое, давление поднялось. Ой, ты знаешь, сердце болит так. Она говорит: что, умираешь, что ли? Я говорю: ну да. И вдруг звонок вечером. Приглашают на съемку. Все, я не болею. Я счастливая, все. Вот, могу на голове стоять. Иногда стою. Иногда на съемке скажут: что, правда, что ли? Я говорю: правда. А можете встать? Я говорю: да. Ну, встаю. И вырезают потом. Вот уже 3 раза вырезали. Хотите, я сейчас там? Нет? Ну, как хотите. Вообще-то я очень стеснительный человек. Ну, ладно, вырежете. А, вот что. А я могу снять юбку.